Ливневые дожди отрезали село Андреевка от городов и поделили сам населенный пункт на две части. Губернатор Приморского края руководит аварийно-восстановительными работами и обеспечивает эвакуацию людей благодаря помощи Тихоокеанского флота. Переговорили с командованием Тихоокеанского флота. За это большое спасибо. Они представляют БДК, который будет вывозить гостей с Андреевки с машинами в город Владивосток. Кроме того, в муниципалитет направлена техника Примавтодора и спецу, чтобы максимально быстро восстановить проезд. Мы остаемся здесь. Здесь работает тоже, в том числе, глава в районе. Исходя из сложившейся ситуации, будем определять дальнейший характер оказания помощи пострадавшему населению, также в объемах по восстановлению дорог. Отметим, эвакуация уже началась. Сперва местных жителей и туристов вывозят из Андреевки в Зарубино, а затем садят на военные корабли до Владивостока. Всего на эвакуацию выделили 3 дня. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.